говорят, что это возможно, возможно, полгода, ну, и нас расформируют, но не факт, что мы домой поедем, понял? Ага. Нас могут просто раскидать по другим частям. Не, ну, может, в ДНР и поедем, только не домой, именно, понял? Ага. ДНР пехоты не хватает, он даже в новостях пишут. Ага. Галимой пехоты, которая будет брать это все, блин. Так что, может, мы еще тут, блядь, охуенно будем вспоминать это все, блин. А по новостям что говорят? По новостям, что по новостям? Ничего такого, блядь. Там по Крыму, блядь. В Крыму это аэропорт какой-то, ну, говорят, взорвался там небрежно. При заправке боеприпасы взорвались, блядь, в Крыму, блядь. Кого из заправки въебали у Крупа ракеты? Ну, а хохлы говорят, что да, ракетами, блядь. А россиянин по телевизору нихуя, это было небрежно. Не сознаются нихуя. Укропа говорят, да, что-то они въебали, я знаю. А эти что-то, блядь, морозятся, блядь. Не было. Ну да, там же небо на замке, а тут на прилет, нихуя себе, блядь. Хваленое ПВО не сработало в очередной раз. Ну да, это ж приколи еще и в Крыму, блядь, это ж паника там будет, я ебу, блядь. Да, может, что-то по мосту въебут. Ну да, это ж вообще тогда приколи, блядь. Бахварство все есть, окажется, блин, да нет, блин, сойдем, блин. И пиздец, блин. За печь знаете, да? Да, конечно. Пошел посрать, блин. Я ебу, блин. А там у вас ни антишокового нихуя не было, да? Все ж отдали. Пиздец, я представляю, как он там орал, блин. Да, еще солнце насветило, наверное, как будто, блин, на костре живут, наживо.